В общем, только здесь закончили вот эту планировочку, завезли сюда отсев, все это дело выровняли, подсыпали. И как дождь лупанул, мама не горюй, вон, по дорожкам просто речка бежит, вот так вот, бежит и бежит. Ну, хоть здесь сделали уклон, все, здесь теперь хоть грязи не будет. Вот такая вот штука, это капает вот с накрывалки моей от солнца, деревьев здесь нет, работать надо. Вот здесь будет делаться погрузчик, точнее переделываться мой тракторок под погрузчик. Вот как-то так. Привет, YouTube, привет, подписчики и гости моего канала. Все, сейчас, значит, переставляю навеску наперед, ставлю нож и начинаем пробовать, как это все дело будет выглядеть, не знаю. Надо догружать сзади, не надо, ну, может, поставлю прицепное и туда он гирьку подкину на него, вроде, чтобы, ну, лишние 30 килограмм пускай будет прижимать колеса к земле, да. Вот, если мало будет, еще что-нибудь повешу. Короче, догружу я его. Вот так вот. Так, нож установил. Здесь пускай будет так. В общем, буду делать сейчас это первый раз в жизни. Вот таким вот образом на классике, будем говорить. На переломке, там, на лебедке, понятно. Сколько надо, задал и поехал. Здесь не знаю, как будет это выглядеть. Рычаг установил вот так, чуть повыше, для удобства. В общем, сейчас ставлю штатив. Ну, посмотрим, получится, не получится. Буду зад вперед как-то, может, нож переверну. У меня там снизу уголок подваренный. Вот. Может, даже будет мешаться. Поэтому могу поставить без уголка. Вот. Короче, пробуем. Так, ну что, погнали пробовать. Поднастроим еще лопату, посмотрим. Может, перевернем.
Так, ну, навесил пару наковален сюда. Надеюсь, видно, да? Сейчас вот поставлю здесь штативчик. Посмотрим, будет буксовать, не будет. Так, ну вот и приехал каток. Сейчас прокатает его. Ружёный. Колеса широкие. Хорошо будет катает.
Прижимной подшипник пищит, надо или смазать, или поменять его, что ли. Конечно, очень сырая земля, на колеса наматывается. Справляется довольно-таки неплохо. Пускай задом, понятно, это не грейдер, и не гусеничный, где пятно контакта сумасшедшее. Вот. Но, тем не менее, отлично. Растаскивает. Было бы это все дело по суше, не липло бы за ногами, было бы вообще замечательно. Вот, как-то так. Ну, в общем, на этом, наверное, все. Смысл дальше растягивать видео не вижу. Не вижу смысла растягивать видос. Ковш этот справляется, грейдер. Лопата, отвал, да, я не знаю, как она правильно назвать. Все, кому понравилось, лайк ставим. Кому не понравилось, знаете, что делать. Пишите комментарии насчет помощника. Вот. Всем пока. С вами был Санек. Еще увидимся.